Ты работала на птицефабрике. До сих пор кошмары снятся. И в салоне красоты. Воск был слишком горячим. У меня больше ничего нет, Луиза. Пожалуйста, я возьмусь за что угодно. А вот, что-то новое. Уход и сопровождение инвалида. У вас есть опыт работы с сиделкой? Нет, никакого. Но я уверена, что справлюсь. Пойдемте к нему. Уилл, это Луиза Кларк. Нейтан расскажет вам о распорядке дня Уилла и необходимом... Не нужно все говорить за меня. Мой мозг не парализован. Пока еще. Доброе утро! Он ненавидит меня. Когда я говорю, он смотрит на меня, как на дуру. Но ты и правда у нас глупышка. Да, но он-то этого не знает. Забавные туфли. О чем ты? Они не из этого мира. Почему? Потому что здесь живут люди, уставшие от самой жизни. Но я счастлива здесь! Да не может быть. Жизнь всего одна. Ты должна сделать ее полной и яркой. Нет, стой. Расскажи что-нибудь. Когда я была маленькой, моей любимой одеждой были пчелиные колготки. Пчелиные колготки? В черную и желтую полоску. О, нет. А ты любил что-нибудь так же сильно? Да. Ты ведь не сбрила мне брови? Только одну. Я тебя приглашаю. Так ты идешь на свидание с Уиллом тренером? Не чересчур. Надень красное. Не хочу возвращаться. Хочу побыть мужчиной, который сводил на концерт девушку в красном платье. Еще хотя бы минутку. Я обещал родителям полгода и сдержал слово. Но это было до встречи со мной. Я хочу, чтобы он жил, но только если сам этого хочет. Нельзя этого допустить. Мы не можем изменить людей. Что же мы можем? Любить их. Я не хочу лишить тебя того, что мог бы дать кто-нибудь другой. Но я могу сделать тебя счастливым. Я стала совершенно другим человеком благодаря тебе. Луиза Кларк, ты единственная причина, почему я просыпаюсь по утрам.